Погода наконец-то подарила нам солнечные дни, значит, время наводить порядок. Сегодня в райцентре было многолюдно. По традиции, работники бюджетной сферы, организации и предприятий района дружно вышли на субботник. В очередной раз проведена большая работа. Убрали мусор, сухую траву и листья, побелили деревья и бордюры, были срезаны старые ветви деревьев. Работали с хорошим настроением, этому благоприятствовала, наверное, и теплая погода. Отрадно отметить, что в подобных мероприятиях активнее стало принимать участие и население. В этот раз мы побывали в хуторе Игнатьевске, где также кипела работа. Отложив на время домашние дела, жители вышли на улицу, привели в порядок прилегающую территорию, убрали от мусора всю центральную улицу, побелили столбы и бордюры. Сегодня у нас субботник, он проходит по всей Адыгее. Он у нас приурочен именно к святому празднику Пасхи, который состоится у нас завтра. Я считаю, что каждый уважающий себя житель Адыгеи должен принять участие в данном мероприятии, потому что все мы обязаны держать наши дома, наши участки и наши подворья в чистоте и порядке. Я думаю, что каждый уважающий себя житель должен обращать на это внимание, и как можно больше людей должны принять участие в данном мероприятии. Хочу поздравить всех жителей хутора и всех православных людей с предстоящим праздником. Пусть в ваших домах царит мир, гармония и семейное благополучие. Мероприятие прошло плодотворно. Чем больше людей будет участвовать в субботниках, тем выше вероятность, что район станет чище и уютнее. После подобных мероприятий граждане осознают ценность своего труда, станут меньше мусорить.